И джиу-джитсу японское. Точечный массаж я изучил. Да. И до войны я занимался и штангой, вольной борьбой, и боксом. Молод был. Все прошел. Значок ГТО имел. Понятно. Да. Я 15 копеек на 15 метров разъезжаю. Вот вставляю сюда 15 копеек. Я с малокалиберки возьму и эти 15 копеек, вот смотри, говорю, видишь, вмятина. Понятно. Да, то есть я имел и ворошиловский стрелок, да, значок. Нет, ну у тебя же должна быть нитка. Не-не-не, это самоловка, она самоловит. Они наступают на там палочку, она сама захлопывается. Самоловка. Ну, своего рода. Не знаю, может, оно называется по-другому, но в смысле, так что вот, она сама ловит. Так вот, да. Многие случаи, то, что не только белок уничтожают, да, и уничтожают, значит, и ловят. Ловят и продают. Мне вот раньше говорили, да, продали, и вот даже данные... Еще было это лет 10 тому назад. Вот, говорит, 14 гривен за белку взяли. Понятно. Продали. Ну, да. Ясно. Вот идет директор. Ясно. С вашего позволения продолжу свою деятельность. Нет, в мое присутствие он тебе не арестует. А, ну хорошо, хорошо. Договорились. Сколько я немножко могу оправдать тебя. Понятно, понятно. Ясно. Но он здесь ведает этой диаспоры. Леонид Клементьевич, доброго здоровья. Здравствуйте. Познакомься с молодым человеком. Здравствуйте. А почему он знакомый, что он? Да. Просто... Может быть, он будет когда-то он, помогать нам. Консул, да. А мы с тобой утром бачились. Нам только один Бог поможет, больше никто. Вот ты посмотри, какой он... Выработал, хочет курсировать. Леонид Клементьевич, послушай, смотри. Какой я... Володя, что ты делаешь? Это ты знаешь, сама ловка ловит птицу. Сама птица подходит, туда клевать что-то, и вот падает, и оказывается в этой куда ловушке. Но когда крыльями машет, так она так вот взлетает. Да. Вот. Да. Ну хорошо, удачи вам, удачи. Спасибо. Да. Спасибо. Да, Леонид Кривич, будь бо. Всем удачи. И старайся быть умнее сегодня, чем вчера. Понятно, спасибо. Немножко больше, немножко шире. То есть сейчас в данном случае ее длина. То есть ее длина активной части примерно сантиметров 40. А ширина активной части. Около 30 сантиметров, даже меньше. То есть ловушка 50 на 50. Сантиметров будет вполне достаточно. Ловушка на мелкую рыбу.
и пиво в руках. Мы прибросаем корм, в данном случае это будет хлеб, забрасываем водоем и ловим рыбу, ждем. Это все фотоаппарат, это все забава, это все, как сказать, хобби. Ну да, понятно. А ты думай, как, значит, деньгу зашибать. Ну, будем думать. Ой, тебе природа дала хороший рост, симпатяга ты, а вот разменяющий на все, и ты должен еще голову набить зданиями современными, чтобы ты мог командовать миром. Понятно, спасибо. Командовать миром. Спасибо.